Телеканал КРТ представляє. Ну і в такому випадку у Дональда Трампа не так багато важелів вплинути на цю ситуацію. Тобто їм, людям сказати залишайтеся вдома вже не вийде. Треба якийсь силовий блок застосовувати. І Трамп вже вводить Нацгвардію в деякі країни. Хоча я хочу нагадати, що коли таким же шляхом йшов Китай, то Сполучені Штати Америки постійно казали, ніякому разі не можна цього робити, це не демократично. Як ти вважаєш, все ж є шанси у Дональда Трампа зупинити цей хаос, який зараз відбувається в Сполучених Штатах? Да, я полагаю, что есть. Я полагаю, что он применит силу. И Дональд Трамп и Соединенные Штаты Америки, они же пропагандируют определенную модель развития стран и общества во всем мире. То есть некий абсолют. Ну, сами по этому абсолюту не живут. То есть нужно всегда разделять, что предлагают делать Соединенные Штаты Америки и что они делают. Это разные понятия, разные вещи. Так вот, делать надо, как делают Соединенные Штаты Америки. Когда темнокожая женщина бросила коктейль Молотова в полицейскую машину, ее сейчас судят и грозит пожизненное заключение. Для нас, Соединенные Штаты Америки, что? Амнистия. Не трогайте, это святые. Но разбираться ж надо, нужно разбираться кто, почему, как, нужно искать первопричины, и тогда только мы дойдем до истины. Нам предлагают истину не искать, у нас есть определенные штампы, клише, по которым нужно жить и работать. Конечно, когда это происходит в Китае, да, в геополитическом конкуренте Соединенных, внутри геополитического конкурента Соединенных Штатов Америки, то, разумеется, они там рукоплещут и говорят, да, так и должно быть, не трогайте мирных протестующих. Когда это происходит внутри Соединенных Штатов Америки, мне говорят, нет, это не мирные протестующие, это вандалы, то есть у них все направлено на разрушительную функцию, и мы будем их прессовать. Тут сразу же подключаются и другие страны, которые чувствуют, условно говоря, что Соединенные Штаты Америки уже перестают быть сильными. И это является неким моментом на внешней арене для того, чтобы заявить либо о части своей субъектности, либо занять какие-то ниши, выдавив оттуда Соединенные Штаты Америки в условную доктрину Монро. Кстати, сейчас красиво посмотреть на заявления европейских лидеров, которые начинают поддерживать протесты в Соединенных Штатах Америки. А мы должны понимать, что с 2018 года, когда стартовал этот кризис, началась волна некого экономического каннибализма именно внутри Атлантического союза. То есть европейские экономики и Соединенные Штаты Америки, они политические союзники, но экономически стали конкурентами. И Штаты как более сильный союзник. А как мы знаем по Бжезинскому, у американцев нету ни друзей, ни союзников, есть только подчиненные. То есть европейцы никогда не были их союзником, были протекцией. Начинают бороться за рынки сбыта. Европа начинает это ощущать, начинает противиться. После того, как, например, Франция противится, во Франции Стив Беннон, один из стратегов Белого дома, инициирует протесты желтых жилетов. То есть опять работает методичка Джина Шарпа во Франции. Но сейчас мы видим эту методичку, которая уже сработала внутри самих Соединенных Штатов Америки. Условный бумеранг, который работал по всему миру и вернулся на родину.